Сегодня я поделюсь интересным посланием, и называется оно «Ответы на вопросы о конце времен», на которые никто не отвечает. Откройте третью главу первого послания Петра, это наш опорный текст. «Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте готовы всегда, всякому требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Я говорю это, ведь я рос в церкви полного Евангелия. У нас было много ограничений в свободе. Это были вопросы морального плана. Много раз мне говорили, почему ты не делаешь это? Так не делают мои церкви. Но я не мог объяснить, почему мы не делаем то или это. Вас тоже так воспитали, да? И мы не знали основания подобных общинных запретов. Когда дело доходит до пророчества Священного Писания и событий конца времен, нам нужно знать, что отвечать всякому задающему нам вопросы. Есть вещи, которые произойдут в Соединенных Штатах Америки. Люди будут задавать вопросы. Люди будут приходить и говорить, есть ли это в Библии, имеет ли это отношение к Иисусу. А теперь посмотрите на периоды в истории. Периоды истории — это библейские периоды в истории. Это важно. Это библейские периоды. Период непорочности длился с первой по вторую главу книги Бытия. Это когда Адам и Ева были в Эдеме. Потом идет период после грехопадения. Адам пал в грех. Потом мы видим распространение греха до периода потопа. Это длится от 4 главы до 11. Потом был период правления людей с 8 по 50 главы. Образуются города, наподобие городов, построенных Немродом. Это был Вавилон. Отсюда берут начало города, упоминаемые в Ветхом Завете, до времени Египта. Потом наступает век закона, который начинается с Моисея. Там Бог дал ему закон. Этот период продолжается до прихода Господа Иисуса Христа. Ибо закон и пророки были до Иоанна. Помните, сказано в Новом Завете? Теперь мы переходим к периоду благодати или к периоду Царства Господа. Именно о нем проповедовал Иисус. Итак, мы с вами живем в период благодати. Однажды мы перейдем из периода благодати в период, который я назвал апокалиптическим периодом. Согласно Священной Библии, апокалиптический век продлится 7 лет. Его называют периодом скорби. Это период великой скорби. Он есть в Откровении. В Библии есть книги о конце времен. Что же такое апокалипсис? Если перевести слово «апокалипсис» на наш язык, то это будет «откровение». С древнегреческого языка это слово означает «послание» или «предсказание», которое завуалировано символами, которые нужно изучать, чтобы понять смысл. Это что-то запечатанное, скрытое нужно обнаружить. Вот реестр книг Библии о конце времен. У нас есть список. Это книга Даниила, это книга Иаиля, это книга Захария, еще это книга Исаии и Иезекииля. Если вы посмотрите на список, поскольку у Даниила мы видим медведя и льва, мы видим символы зверей. А что мы видим у Иаиля? Пророк Иаиль сравнивает армию с саранчой. Сами прочитайте книгу Захарии. Там говорится о четырех всадниках и о колесницах, и о других символах. Это светильник, источающий масло. В книге Исаии есть много пророчеств. В книге Иезекииля есть долина сухих костей, которая есть символ Израиля. В 39-й, а также в 38-й главах есть битва Гога и Магога. Эти книги описывают события конца времен. Они предсказывают будущее и содержат послания ангелов. Нередко эти сообщения скрыты в необычных символах. Я поделюсь с вами этим, потому что мы раскроем Откровение. Это с 4 по 22 главу. С моей точки зрения, события, описываемые с 4 по 22 главу, ничего не имеют общего с концепцией некоторых уважаемых мною братьев, согласно которой все эти события происходят в настоящее время или уже произошли. Допустим, нашествие врага — это нашествие саранчи. Люди верят, что это уже было.
Я не разделяю мнение о том, что все эти события уже исполнились. Это невозможно. Эти события не происходили в прошлом. Что мы сделаем? Сейчас мы с вами ответим на 4 или 5 непростых вопросов. Я считаю, что это резонные вопросы. Возможно, кто-то из вас думал, ну или не думал, на эти темы. С Божьей помощью я отвечу на эти вопросы. Почему люди, принимающие печать зверя, не попадут в рай? Вы когда-нибудь думали об этом? Это экономическая печать. Почему Бог осудит их на вечные муки? Хороший вопрос. Согласны? Почему отрубят головы тем, кто не примет печать зверя? А об этом вы думали? Это экономическая печать. Почему он будет убивать людей, не согласных с его системой? Если хочешь услышать ответ, то слушай. Вот третий вопрос. Кто те люди, кто выжил в скорби? Почему им будет позволено править со Христом, а тем, кто примет печать зверя, будут в аду? Почему Бог пошлет лютые кары для уничтожения людей? Он уничтожит часть земли. Он же Бог любви. Поднимите руку, если вам интересно. Рук мало, поэтому я ухожу. Я пошутил, конечно. Итак, почему Бог пошлет лютые кары для уничтожения людей? Он уничтожит часть земли. Он же Бог любви. Этот глубокий философский вопрос задают людям, у которых философское понимание Библии. Если Бог добрый, то зачем создавать ад? Ада не существует. Бог добрый. Если Бог добрый, то зачем Он допускает детям голодать? Бог не дозволяет этому быть. В этом виноват голод. Мы не будем вдаваться во все это. Если вы задавались этим вопросом, то также задавались и другими вопросами. Почему Бог позволит выпустить сатану из бездны после заточения? А вы хотите услышать ответ и на этот вопрос? Если да, то также, пожалуйста, поднимите вашу руку. Чувствую я, что мы проведем время с пользой. Все Божьи дети проведут это время интересно, согласны? Отлично. Мы переходим к первому вопросу. Почему Бог пошлет кары для уничтожения людей? Что же это означает? Мы обратимся к Откровению, чтобы обнаружить с 8 по 15 главу явленные суды Божьи. Что такое суд? Есть много толкований этого. Авторы Нового Завета использовали 5 слов, которые переводятся как «суд». Это судилище Христа. Это место, где судил Пилат. Но говоря в общем и целом о суде Бога, тут использовано греческое слово, употребляемое для обозначения анализа. Ты осматриваешь пациента, чтобы понять, выздоровеет ли он. Вспомните слова, сказанные Богом царю Валтасару. «Ты взвешен и найден легким». Это образ Бога, который взвешивает человека. Заслужил ли он суда или заслужил его милости? Вот что такое суд в понимании Бога. В книге Откровения мы читаем о 7 ангелах с 7 трубами. Потом мы читаем о 7 ангелах с 7 большими чашами. Когда ангел слышал трубный звук, начинались космические природные катаклизмы. Это падение астероидов, землетрясение, извержение вулкана, цунами. Потом, когда начались 7 судов, мы видим повторяющуюся цепочку страшных событий. Это что-то, летящее на Землю из космоса и приносящее огромный ущерб Земле, траве и морю, уничтожающее зверей. С 8 по 15 главу книги Откровения происходит ряд судов. Это война, голод, море, землетрясение, извержение вулканов и падение астероидов. Будет уничтожена треть Земли с растительностью. Сейчас мы говорим о судах, затрагивающих людей. В одном регионе погибнет 1/4 часть людей, в другом регионе — треть. У тех, кому поставят печать зверя, появится рана. Это будут опасные, болезненные раны, приводящие к смерти. Человек получит печать зверя, и все, пару лет будет хорошо. Однако потом под печать попадет зараза. У людей будут раны. Возможно, это будут видимые татуировки или невидимые татуировки.
Есть много намеков, почему у людей начнется заражение после принятия печати зверя. Почему Господь Бог пошлет столько много напастей на человечество? Это имеет отношение к слову «гнев», которое есть в обоих заветах. Итак, существует четыре вида гнева, упомянутых в знаменитой книге Откровения. Следите за мной, ведь это важно. Откровение 11. Это так называемый гнев людей. Язычники разгневаются. Согласно Библии, они разгневаются. Греческое слово «гнев» означает «состояние», когда от злости твое лицо становится красным. Ты готов убить любого в этом состоянии. Это предельная злость. В Откровении описан гнев сатаны. Он сойдет в великом гневе. Ответьте, почему все будет так? Да потому что ему осталось немного. Итак, есть гнев сатаны, который откроется в то самое время, когда разгневаются язычники. В 6 главе Откровения мы обнаруживаем гнев Агнца. В книге Откровения Агнец — это символ Иисуса. В 1 главе Иоанн Креститель назвал его Агнцем Бога. Если заглянуть в 17 и 18 главу Откровения, то там мы видим, там люди умирают как мученики ради Иисуса Христа. Кто-то прольет невинную кровь. Итак, убиение праведников разгневает Агнца. В 14 главе Откровения сказано о том, что есть Божий гнев. Подумайте о жизни тогда, когда все люди и нации будут гневаться. Сатана будет гневаться. Агнец и Отец разгневаются. Понимаете ли вы, что это апогей гнева? На это есть указание, но мы не будем вдаваться в это сейчас. В Ветхом Завете Бог сказал Аврааму, «Твои потомки будут жить в египетской земле». И Бог добавил, «Я приду туда, когда мера беззаконий амореев исполнится». Когда чаша беззаконий переполнится, Израиль станет судом для амореев. В Откровении вавилонская блудница держит в руках чашу с кровью святых и праведных мучеников. Владыка Господь уничтожит тайну Вавилон, когда эта чаша переполнится. Таким образом, библейская идея состоит в том, что когда мера беззаконий переполняется, и люди не каются перед Господом Богом, тогда грех достигает грозного Бога Небес. Это было в Содоме и Гоморре. Бог услышал об этом крики людей. Он послал огненный суд. Согласно книге Бытие, Господь Бог наказал 5 городов. Это причина, по которой Бог пошлет суд на людей во время скорби. Я дам вам стихи. Во-первых, это 13 глава Исаии. Что же там сказано? Итак, у Исаии в 13 главе, 9 стихе написано, «Вот приходит день Господа лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее». Вот другой перевод, и звучит он так, «И истребит грешников». Это суд, который придет на безбожников, которые отвергнут Иисуса Христа. Вот вам еще один пример из Откровения. «Я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, доколе, Владыка Святой и Истинный, не судишь и не мстишь за кровь нашу». В 23 главе Евангелия от Матфея Христос описал уничтожающий суд над Иерусалимом. «Храм будет опустошен и разрушен». Это начало 24 главы. Пожалуйста, следите за моей мыслью внимательно. Говоря об этом в 23 главе, он рассуждает о причине этого. Ведь он сказал, «Вы пролили кровь пророков». Пожалуйста, следите за моей мыслью. В Соединенных Штатах Америки есть идея о том, что в стране могут пролить кровь невинных людей,
путем убийства или аборта, и при этом они думают, что избегут Божеского суда. Это полный самообман и самообольщение. Бог не будет судить нас так, как Иерусалим. Это закон Библии, закон о пролитии крови невинных. Согласно отрывку из книги Иуды, грешники будут уничтожены на планете путем божественного суда. Во-вторых, убиение праведных людей и пролитие крови невиновных в будущем обернется судом на головы виноватых. Также мы знаем, что третья важная причина — это изгнание сатаны из верхнего неба, куда он имеет доступ ко Всевышнему Господу. Есть клеветник наших братьев, который клевещет на нас, Богу, день и ночь. Сатана занимается этим именно сейчас. Бог желает столкнуть его с небесного мира, со второго неба. Павел назвал его князем, господствующим в воздухе. Архангел Михаил будет бороться с ним. Когда Бог изольет гнев на землю, вместе с этим настанет суд над сатаной и над третьей частью ангелов. Михаил, архангел, изгонит сатану во время середины скорби. Он изгонит его со второго неба. У него не будет доступа к третьему небу. Он больше не будет обвинять братьев и не предстанет перед троном Бога. Это прекратится. Он изгонит его. Библия говорит, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости. Запомните, в сильной ярости. И немного ему остается. Первым делом сатана примется атаковать Израиль и еврейский остаток. Дело в том, что есть люди, и они могут обмануть себя так сильно, что можно лгать себе и верить, что это правда. Если я обманул бы взрослого или ребенка, то я понял бы, что соврал. Есть странные люди, которые могут наплести корзины небылиц и побосенок, и при этом искренне верить в свои нелепые выдумки, басни и сказки. Хотя это полный обман, но я, пожалуй, больше не буду продолжать на эту тему. Ладно. Итак, здесь мы видим, как сюда спускается сатана. Почему Бог устраивает суды на земле? Нелегко принять это, но нечестие людей переполняет чашу гнева. Три раза в Откровении люди перестают каяться. Они творят столько зла. Они уничтожают землю. Как сказано в Библии, Бог уничтожит тех, кто принесет вред земле, потому что Он приготовит землю для правления Машеха. Это Христос, который вернется в Иерусалим и будет править оттуда. Этот суд будет своего рода очищением нашей планеты и удалением беззаконий и преступлений с целью воцарения и правления планетой Господом Иисусом Христом. Это будет через суд. С чем мы имеем дело? Мы имеем дело с вопросами о конце времен, на которые редко услышишь ответ. И вот еще один вопрос. Почему люди, которые примут печать зверя, будут отправлены в ад? Я скажу вам так. Каковы последствия принятия татуировки, чипа на руку и на лоб с последующим правом покупать и продавать? В конце концов, они сканируют наши телефоны и снимают наши деньги через телефон и банкоматы. Потеряют ли люди их, или их просто взломают? Угадайте, что случится в этом мире? Печать будет стоять на теле. Вы будете носить ее прямо на себе. Давайте послушаем предостережение из книги Откровения. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем». Огонь и сера в этом стихе могут относиться к огненному озеру
из 20 главы. Я прочитаю вам стих из 19 главы этой книги. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса». Мы видим их в 13 главе. Теперь это произойдет в конце скорби. Иисус вернется. Его ангелы свяжут сатану. Что же будет? «Схвачен был зверь и лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших печать зверя и поклоняющихся его образу. Оба живые, брошены в озеро». Печать зверя имеет отношение не только к экономике, но и к духовной жизни людей. Она отождествляет вас с религией и позиционирует как поклоняющегося этому образу. Они будут поклоняться человеку, образу и лжепророку, чего делать нельзя. Не поклоняйтесь людям, поклоняйтесь только Господу. Здравствуйте, это Пэрри Стоун, и у меня важное объявление для вас. Теперь вам доступен международный пророческий саммит. Лучший саммит, в котором я когда-либо участвовал. Он доступен на аудиодисках и DVD. Там вы найдете 11 посланий от меня, Билла Клауда, Марка Билдса и Джоэла Ричардсона. А вот как называются некоторые из этих посланий. Открывается ли сейчас книга с семью печатями? Притча о смоковнице и что она означает для Америки? Что бы сделал Иисус во время этой гражданской войны? Библейский ответ на пришельцев и НЛО. Я поделюсь словом под названием «Новая зеленая сделка» и ее экономическое влияние на вашу семью. Еще одна проповедь называется «Слово для Америки» из пророчества Аввакума. Другое слово называется «Который сейчас час». Билл Клауд шокировал публику посланием под названием «Берегитесь, РФ РАФ». Я также поделюсь словом под названием «Отвечая на трудные апокалиптические вопросы, на которые никто не отвечает». Затем Марк Билдс поделится словом «Иеремия, пророк для наших дней». Закончу посланием «Должны ли вы готовиться к переходу Пеллы?» Я хочу сказать вам, что это слово на сейчас. Оно пророческое. Оно отвечает на вопросы. Вас ждут новые версии посланий. На передаче вы видите лишь 20 минут послания, а я проповедую еще 40 минут. Кроме того, мы не показываем на передаче послания наших спикеров. Иногда их информация направлена лишь на определенных слушателей. Ее не примут, если ее выложить в соцсетях. Я расскажу вам, как получить этот цикл. Если вы хотите получить сборник из аудиодисков, то заказывайте предложение 21PSCD за $65. Если же вы хотите заказать DVD, то я советую вам заказать его. Тем более, что Марк Билдс всегда дополняет свои проповеди иллюстрациями. Для этого заказывайте предложение 21PSDVD за $95. Вот как вам сделать заказ. Вы можете позвонить по номеру, который видите на экране, или зайти на наш сайт, чтобы сделать заказ через интернет. Вы также можете отправить нам чек по адресу, который указан на экране. Не забывайте, что ваши деньги идут на служение «Голос евангелизации», чтобы фестиваль «Манны» и дальше мог выходить в эфир. Мы живем в величайшие пророческие времена. Мы стали свидетелями битвы двух царств. Вы сможете вооружиться как следует лишь в том случае, если вооружитесь откровением и истиной Божьего Слова. Советую вам позвонить, посетить наш сайт или написать нам прямо сейчас. Пусть Бог благословит вас. Обратите внимание на новые города, которые мы посетим в следующие несколько недель. Друзья, невозможно переоценить важность приобретения следующих учений с пророческого саммита этого лета. Для телевидения мы редактируем учения. Я лично прошу монтажера вырезать какие-то куски при компоновке выпусков. Вам жаль, но простите меня, я не изменю это. При отборе видеоматериала на телевидении нужна особая мудрость. В учениях на конференциях мы говорим все открыто, и это моя родная публика. Но мы не вещаем такие вещи в телепередаче.
мы поступаем правильно. Давайте будем мудрыми, как змеи. Есть места, где мне сказали, вас смотрят и уменьшают громкость, когда им что-то не нравится. У себя дома вы сможете посмотреть версии служений без монтажа. Это режиссерская версия нашего саммита. Здесь 11 проповедей. Мы хотим, чтобы у вас было это учение, потому что некоторые из них изменят вашу жизнь. Также они помогут вам понять время, в которое мы живем. Сыны Иссахара были людьми, понимающими время. Бог открывал им то, что нужно было делать Израилю. Это данные о том, что станет будущим с нами и как нам поступать. Пожалуйста, закажите весь набор. Здесь вы увидите множество важных иллюстраций. Ну а теперь послушайте график наших предстоящих поездок. Заходите на наш сайт. Иногда места поездок меняются. Мы хотим, чтобы вы знали, куда именно мы поедем. Итак, мы приедем в церковь «Дом свободы» в Ковингтоне. Это произойдет 14 ноября 2021 года. Церковь «Дом свободы» в Ковингтоне. Жители Ковингтона, мы никогда не проповедовали у вас. Собрание будет в воскресенье, так что присоединяйтесь. Мы будем проводить собрание в воскресенье вечером, а затем мы посетим общину Его церковь. Это Оуэнсборо. Опять-таки, для нас это новый город и совершенно новая церковь. Мы будем служить там 21 ноября 2021 года. Христиане из Оуэнсборо, ждите нас. Мы стараемся посещать такие регионы, где мы никогда еще не были. На носу Новый год. Мы приедем к тем, у кого мы уже бывали, и проведем конференции с пятницы по воскресенье. Мы приедем к новеньким и будем служить по тому же графику. Не забудьте, в конце марта фестиваль «Воин». Он будет в этом месяце, в марте. А в июне — пророческий саммит. Запланируйте приехать к нам в это время. Ссылка на мой сайт видна на экране. Там есть магазин, полезные сведения и график наших поездок. Заходите. У нас есть страничка в Фейсбуке. Мы обновляем эту страничку каждое утро. Я обновляю ее. Также мы располагаем каналом в YouTube, куда мы загружаем по 2 видео в неделю. Пожалуйста, не забудьте, каждый первый вторник месяца я проповедую в духовной школе «Рэмп» в Кливленде, что в Теннесси. Приглашаем вас на нашу литургию туда. Каждый первый вторник месяца. Мы начинаем в 6:30. Присоединяйтесь.